Здравствуйте, меня зовут Расиева Мария, мне 16 лет. Я занимаюсь театральной студией «Ирвис», и театр занимает для меня важную роль в моей жизни. Я никогда не играла главные роли, однако мне запомнилась одна моя роль. Это была второстепенная роль. Мы играли в «Воскресенье» произведение Льва Николаевича Толстого. И там у главной героини есть тетя, ее зовут Матрена Павловна. И Лев Николаевич Толстой, он практически ничего про нее не писал. То есть там обозначается, что она есть, обозначается, что, что она живет в деревне, что она такая простая женщина, и все. То есть всю роль мы вместе с режиссером придумывали самостоятельно, что лично мне очень понравилось. Также мне очень понравилось вживаться в атмосферу этой деревни, вживаться в какие-то обстоятельства такие, потому что эта женщина взрослая, и возрастные персонажи — это, мне кажется, очень интересно для актера, потому что примеряешь на себя абсолютно другой возраст, абсолютно другой опыт. Также я играю на музыкальном инструменте, я играю на гитаре. Играю я уже 3 года точно. Сольфеджио у меня не очень хорошо, но играть мне нравится. Спасибо, до свидания.